каждый день дети выходят на улицу и становятся участниками дорожного движения, напоминает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Очень часто школьники нарушают правила дорожного движения или вовсе их не знают. Воспитывать грамотного пешехода, обучать правилам дорожного движения, наблюдательности и ориентации в условиях дорожной обстановки необходимо с раннего возраста. Помните взрослый пример для подражания в соблюдении правил дорожного движения. 5 важных правил безопасности, которые должны знать дети, размещены в карточках. Деньги вместо земельного участка смогут выбрать многодетные семьи в Самарской области, напоминает администрация железнодорожного района. Соответствующий законопроект разработало региональное правительство. Он позволит всем многодетным семьям с 1 января 2025 года получать деньги на покупку жилья или земельного участка, а также на строительство и реконструкцию. Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что средства можно будет использовать и на дачные домики. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в регионе предусмотрены дополнительные меры поддержки учителей. Те, кто работает в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья. Меры поддержки, разработанные администрацией Самары, позволят привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Компенсационная выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 000 рублей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ.